Хей-хоу, ребята, всем привет! С вами Борода, Средиземье, Тени Войны. И сегодня будет небольшой ролик по этой игрушке, но мы рассмотрим то, как прокачать игрока до максимального уровня. И что будет, когда ты прокачаешь своего героя до максимального уровня? Откроется что-то, что-то произойдет, он увеличится в чем-то. И как это будет вообще смотреться? В общем, ребят, смотрите. Нажимаем на кнопочку «Повысить уровень героя». У меня есть кладезь опыта на 500 хп. Да, именно так. Если вы хотите выбить такой же, идите в события, проходите события, вам дадут такую же книгу на 500 опыта. Я беру именно Талиона. Это один из моих самых любимых героев, которые у меня доступны на данный момент. Он крутой по дамагу, у него крутые билочки. В общем, я тащусь этим, ребят. Используем и кладезь знаний. Смотрите, у меня сейчас 5 уровень. Используем кладезь, мы берем почти 3 уровня. Ну, то есть тут не хватает всего 60 единиц опыта и все. Понимаете? Еще 60 единиц опыта и мы бы взяли левел. То есть почти 3 левела он дает вот так вот. По щелчку сразу, понимаете? И у меня есть свиток опыта. Мы кидаем 2 свитка опыта и в итоге мы прокачиваем. Вот видите, сейчас мы можем прокачать своего героя на максимальный уровень. Для этого нам понадобится еще 60 чертовых мириан. Ну, что ты вышел? Вот дурной. Еще понадобится 60 мириан. То есть, чтобы прокачать уже до максимума, вот 60 мириан. То есть, 50 мириан за использование кладезя знаний и еще по 5 за 2 свитка. Ну что ж, давайте-ка подтверждаем. А, мирианы у меня счислили, списали. Талион получил 8 уровень максимальный. И что, ничего даже не произойдет? Ну вот, здоровье и атака увеличились, и сила способности, физическая защита, защита, защита рейд. Ну, в общем-то, мы прокачали его на максимальный уровень. Хм. И, к сожалению, ни хрена не изменилось, ребята. Да. Ну, кроме того, что мы можем вот использовать... Точнее, не использовать, а улучшить наши навыки. Тоже за мирианы, кстати. Да. Чтобы открылись остальные две обилочки, которые у него есть, два навыка, мне нужно улучшить уже само кольцо. То есть мне не хватает еще 2 надписей на кольце. Когда будет еще 2 надписи, я смогу улучшить его до 3 уровня. И потом еще 7 надписей, и я смогу улучшить его до 4. У меня откроется новый скилл, выход из могилы. Талион снижает броню всех врагов на 47. Это тоже пассивный скилл, и это было бы, конечно, круто. Но до этого нужно еще дойти. Прокачаем. Так, не хватает... А, очков способности. Ну, слава богу, я жду. Хотя мирианы тоже скоро закончатся. Ну что, ладно, будем заканчивать выпуск, ребят. Вот такой вот коротенький, более такой информационный выпуск. То есть у меня там спрашивали, мне в ВК пишут постоянно, что будет, если прокачать, ты прокачивал на максимум. Вот, ребят, мы прокачали на максимум героя. Как вы видите, ничего не произошло. Я думаю, что когда будешь повышать звездность, вот видите, у меня тут только 2 звезды, а их всего 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 звезд, вот когда повышаешь звездность, он будет как-то видоизменяться. А пока что, к сожалению, за повышение уровня, кроме добавления по характеристикам, ничего не происходит. Ну что ж, ребят, всем спасибо, подписывайтесь на канал, я надеюсь, вам понравился этот выпуск. Ставьте пальцы вверх и до скорых встреч. Пока-пока.